Народный академический эстрадный вокал. Юные исполнители со всего округа продемонстрировали свое певческое мастерство на окружном вокальном конкурсе «Одинцовский соловей», который прошел в рамках ежегодного фестиваля «Ступени». Елизавета выступает на сцене Одинцовского центра эстетического воспитания уже во второй раз. В этом году девочка исполняет произведение «Лето в банках». Начала с того, что мне нравится петь. Потом я попросила у мамы, чтобы она меня в музыкальную школу отдала. Сейчас в музыкальной школе занимаюсь. В этом году конкурс состоял из двух этапов. В первом прошел онлайн-отбор участников-финалистов, а во втором жюри уже оценивало выступление ребят со сцены. Такое многообещающее название. Соловей – птица певчая, прекрасно поет. Ну, наши дети в Одинцовском округе тоже прекрасно поют. Вы знаете, многие участвуют в проектах федеральных. Всего жюри оценило 38 номеров. В этот день на сцене можно было услышать настоящее соловьиное пение. При всем разнообразии голосов и индивидуальном исполнении всех участников конкурса объединяет одно – любовь к музыке. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».